Искренность и открытость переживания радости и полноты жизни составляют эмоциональный строй живописи Ван Вэньцзяна. Именно эти эмоции и определили название выставки китайского художника, которая открылась во Владивостоке «Душа нараспашку». Ван Вэньцзян родился в провинции Хэйлунцзян, окончил Центральную академию искусств Китая в Пекине. Сегодня он возглавляет ассоциацию художников в городе Муданцзян, является членом ассоциации художников КНР. Само название «Душа нараспашку» говорит о том, что все, что мы смотрим, это частичка счастья, частичка хорошего настроения, частичка жизни, которая вот в данном случае господина Вана и нас тоже должна, наверное, вдохновлять. Для творчества художника характерно уверенное владение различными приемами живописи, яркий колорит, внимание к деталям. Известность и серьезное профессиональное признание автору принесли портреты простых деревенских жителей Северного Китая. Быт, рабочие будни, праздники и обычаи написаны с любовью, глубоким знанием натуры, подчас добродушным юмором. В них запечатлен уходящий мир традиционного сельского уклада. Дядя говорит, знает, что в этом году это 50 лет моего любимого университета. И он искренне поздравляет Татьяну Владимировну с этой замечательной датой и желает процветания нашего университета. Ван Вэньцзян хорошо известен не только в Китае. Его выставки с успехом проходили в Токио, Сиднее, Сеуле, Хабаровске, Владивостоке. Произведения этого художника хранятся в собраниях государственных музеев Китая и частных коллекциях по всему миру. Олег Завьялов, Василий Красюк. Новости на Восьмом.